Вот мы сегодня вам расскажем, покажем, как проходит один самый обычный и типичный день на лодке. То есть у нас вот раннее утро, мы еще встали, сейчас заспанные, сонные. Вот сейчас я буду потихонечку вставать там, чесать подмышку и делать кофе. Потому что без кофе у меня день не начинается. То есть все, что угодно может происходить в это время, но... Пока я не выпью чашку кофе, ничего не происходит. То есть кофе у нас делается вот в обычном жезлике. Или как он называется? Кофеварка гейзерного типа, да? Турочка. Турочка. Нет, турочка это вроде в которой оно так варится. Ну, неважно, не суть. Все понимают, как это делается. А кто не понимает, интернет в помощь. Как сварить кофе. Только не как сварить кофе на лодке, потому что вы попадете к нам на канал и ничего нового для себя не узнаете. Это должен быть какой-то другой запрос. У нас плита поломалась. Вернее, как, не совсем плита поломалась. Поломался рожжик. Поэтому зажигаем мы ее сейчас. Все, кофе готово. Теперь мы идем смотреть National Geographic, который у нас показывают 24 часа в сутки. По 3D-ТВ размером с кокпит. Поэтому, так, Дианка, где ты сидишь? Где тебе нравится? Вот на вот этом, да? Давай тебе на этом. Короче. Я уже говорил, что у нас утренний кофе, пока не попьешь, ничего не произойдет. Ну вот у нас вот такой вот сейчас утренний кофе и есть. Где-то минут 15 можно там в телефоне позалипать, там что-то проверить, всякие фейсбуки. В общем, никакого интерактива нету в жизни. У нас Дина еще спит, а вот Диана тут. Тот же утренний кофе. Кстати, вот у нас вид вот такой. Сейчас я выйду, покажу. Ну, где-то так оно все происходит. Ты тоже залипаешь еще? Ну, обычно я в комнате люблю с коньяком залипать просто. Так вот получилось. А дальше я то, что делаю, это у меня есть мой любимый китайский язык, которым я занимаюсь практически каждый день. Уже 5 лет. Уже 25 лет. Не, на самом деле это больше такое, как художественное развлечение. Что-то там пописать. Вот у меня вот тут вот есть. Смотрите, тут, красиво. Да, вот такая вот у меня есть куча всякого. Ну, это я просто слова. Покажу. Да, не важно. Я на самом деле просто учу слова. Там, что у нас там есть. Там вот лифт, например. Там. Раз. 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 Папа, когда он на русском пишет, почерк такой же, как на китайском. То есть, на самом деле, это вот то, чем я занимаюсь, это не из-за того, что мне нужно чем-то там учиться говорить, потому что я просто набираю словарный запас. Потому что научиться говорить на китайском просто по книжке, это unreal. А так у тебя есть там, не знаю, у меня уже там 2000 слов, наверное, которые я знаю. То есть я уже там читаю нормально, все понимаю нормально, но если я что-то говорю, меня не очень хорошо понимают. Ну, есть понимаю, некоторые... Что ты говоришь на китайском? Да. Они понимают, что я говорю на китайском, но не понимают, о чем именно. Но на самом деле в этом никакой проблемы нету, потому что если что-то забыл, можно быстренько на бумажечке написать. А еще если вот люди, говорящие по-китайски, говорят еще по-английски, тогда они понимают вот особенности речи, потому что с этими тонами есть ряд сложностей. И тогда они нормально понимают, с ними можно говорить. Поэтому, если у меня появляется возможность с китайскими носителями поговорить на китайском, то я этим всегда пользуюсь. Ну, насколько получается. Особенно там, в всяких супермаркетах, там каких-то там яиц, хлеба купить, так это вообще за милую душу. Близится к 10, поэтому сейчас я пойду поплаваю. Я стараюсь хотя бы раз в день уделять плаванию, так я сейчас другими видами спорта никакими не занимаюсь. Да ныряй уже, ныряй уже, давай, иди, иди. Стой! Да. Куда ты плыть собираешься, покажи мне? До Джина. Джин это вот эта красная лодка. Там на фоне. Все, давай тебе помочь слезть? Нет. Не надо. Ну что, ты уже накупалась? Да, сплавала до Джина. Теплая вода? Прохладненько. Тут теплая, а там дальше прохладная. Там видно течение, которое идет снаружи или приливное, может с океана наливает. Может быть. Да, выползай. Тебе полотенце принести? А, ну давай. Хорошо, душик. У нас есть в кокпите душ, между прочим, с горячей водой. Отличная тема, мне так нравится. Сейчас я лью вонючую воду. Да не, она, я думаю, нормальная. Да? Да, здесь в этом кране, если долго не пользоваться, то она немножко застаивается, и нужно
первый брызг ливать за борт. О, у нас время завтрака пришло. Твое сегодня... дежурство, да? Да, сегодня мое дежурство. Я буду готовить вареные яйца, наполовину вареные, которые с жидким желтком. Это на яйца не похоже вообще. И гвакамоле. Гвакамоле — это авокадо с помидорами. Я добавлю туда базилика, соли и всего такого. Ну и буду намазывать это на хлеб. Где ты авокадо в Африке нашла? Купила. Значит, сейчас мы будем вам рассказывать в деталях, как варить яйца. То есть, это самая сложная задача. Кипятим воду. А яиц же у нас нету, да? Есть. В смысле? Та-дам! Яйца у меня уже сварились, сейчас я нарезаю авокадо. Нарезаю как попало, так потом буду его мять ложечкой. Она просто жесткая, да? Жесткая вообще. Но она спелая. Спелая и жесткая, что, кстати, очень странно. Я первый раз вообще такое вижу, потому что обычно, ну как, авокадо мягкое, значит спелое. А тут все чуть-чуть по-другому. Давай уже, поторопись. Поторопись. Давай, торопись, всё, жги, быстрее. Ага. Бросаем в мисочку. Придерживаю руками, так будет есть моя семья. А где перчатки? Скажи спасибо, что я не плюю. Так это тогда можно будет делать этот самогон. Как какао на Фиджи. Они берут корни какие-то, бросают, потом в них плюют, они бродят. Нормальное бухло получается. Ну, нормально. Яйца готовы, гренки готовы. Гвакамоле тоже. Осталось в масло добавить немножечко бальзамика, чтобы макать хлеб. Так это у нас итальянский завтрак сегодня. Ну, что-то типа того. Так, главное аккуратненько, потому что у нас тут без дозатора. Класс, нормалек. Короче, бон аппетит. Бон аппетит. Я собралась ехать на пляж, я хочу поехать пособирать немножечко ракушек. Сейчас low tide, поэтому как раз время ехать. Осталось позвонить паромщику, он приедет из клуба и отвезет к пирсу на другой стороне. Потом я позвоню Бодободе, это водитель, драйвер мотоцикла, который тут ездит как такси, и заберет меня. Сколько это получается? Сколько по оплате? То есть паромщик, который здесь ходит, он бесплатный. А Бодобода до пляжа $2. $2 это 200 кенийских шиллингов. Да. Что у нас тут происходит? Чем ты занимаешься? Привет. Ну, надо время иногда и поработать, делами позаниматься. Нет, да, сколько времени? Где-то час. Где-то час, да. Не, уже 2 часа. Да, уже 2 часа. И я вот еще чуть-чуть поработаю, где-то, наверное, часик. А потом мне надо будет в окнах помазать эти резинки, потому что они засохли. Вот у нас были дожди. Починишь мне тоже окна? Ну да. И они начали у нас чуть-чуть подтекать, поэтому надо их просто смазать, чтобы они мягче были. Ну что, что ты делаешь, киндер? Играюсь. Что, а что ты играешься? Скажи. В Sims. Диана, 16 лет. У нас, кстати, компьютеры подключены к 12-вольтовым розеткам, так как у нас 220 на лодке нет, только 12 вольт. Вот это все происходит вот так. И в каждой каюте есть прикуриватель. 12-вольтовый, как автомобильный, поэтому у нас все оборудование подключено так. У меня тут удобный потолок. Нормально. Не жалуйся. О, у тебя такая африканская маска прикольная. Да. Что это? Это зебра, тут слоники и все такое. Вообще, тут у меня много всего интересного. Да. Мусор. Вот это самое интересное. Кровавые ватки. Куча всего странного, игла. Так, ладно, все, давай, занимайся своими делами, я пошел чай пить. Хорошо. О, привет. Привет. Что делаешь? Как обычно. У меня день прекрасный, посвящен ракушкам сегодня. Это те дни, когда я не хожу на пляж, но делаю что-то со своей прекрасной коллекцией. Сейчас у меня проект маленький, из самых маленьких ракушек, все местные.
Очень рада наконец-то тому, что мы стоим на месте в таком прекрасном, как Килифи, где есть прекрасный пляж с прекрасными ракушками. Вот их у меня коллекция, все рассортированы. Собственно, этим я и занимаюсь некоторые дни, такие как сегодня. Вот уже мы стоим тут пару месяцев, за пару месяцев я закончила 3 работы. Ни много, ни мало, но я собой довольна, потому что наконец-то я выдаю какую-то самореализацию. И Сереже спасибо, что он мне уступает нашу спальню, то есть на день наша спальня превращается в мою студию. То есть днем спать не получается? Днем спать не получается, днем тут живут ракушки. На ночь я их распихиваю по полкам, ну а днем, собственно, вот так. Так, у нас же уже есть одна готовая полностью картина, да? Есть готовая полностью картина еще с Таиланда, с давних времен, когда я могла заниматься своим любимым делом full-time, когда мы не были постоянно в движении, потому что когда мы в движении, конечно, мне нужна стабильность, чтобы клеить эти маленькие ракушки, не должно быть никакой качки, и должно быть какое-то пространство, не заваленное вещами. А это у тебя палитра с этими ракушками, да? Это палитра, да, это моя палитра, тут ракушки из Кении, вот эти, кстати, все из Кении, кроме вот этих фиолетовых, это с Маврикия. В каждом месте, где я бываю, я сразу бегу на пляж, на разведку, потому что для меня это самое прекрасное, что есть вокруг. Это природа и ее проявление во всей красе. Я этим пользуюсь, это моя палитра. Все, давай, не отвлекаю тебя, пошел дальше заниматься своими делами. Что это? Ням-ням, вкусняшки, я пошел пить чай. Чего не сделаешь для того, чтобы не мазать маслом окна. То есть я уже всячески пытаюсь съехать от этой дурацкой задачи. Потому что мне лень этим заниматься, но надо это сделать, потому что уже серьезно протекают окна. Что это у тебя в тарелке? Это манго. Что, давай, бувай. Вот пришло то ужасное время. У меня есть вот такая вот фигня, ланолин. Это смазка, которая делается на основе овечьей шерсти. То есть она натуральная. И прикол ее в том, что когда сверху на нее попадает вода, она не вымывается, а вода как бы сверху на ней находится, а ее свойства смазывающие работают. То есть что я делаю? Я ей брызгаю на петли во все трущиеся части. Ну а резинки, у меня где-то была раньше специальная смазка для того, чтобы смазывать резинки, но я беру просто обычное масло и их просто рукой натираю, они становятся мягкими и все нормально работает. То есть я не знаю, чем их еще можно смазывать. То есть у меня было средство специально именно для смазывания резинок, ну, можно было, конечно, их помыть еще до этого, но они и так нормально. И вот это мне сейчас предстоит сделать со всеми окнами на лодке. Это где-то на час развлечений. Мне нравится, мне нравится. Но на лодке никогда не бывает скучно. Яна, что ты делаешь? Готовлю рыбу. Когда баба покупала осьминога, он купил еще и вот такой вот рыбки вкусненькой. Я ее просто сейчас поперчу чуть-чуть. Аккуратненько. Уже посолила. Ну и вот такое вот простое блюдо. Это у нас обед, это у нас обед. Да, обед, и еще есть рис со вчера. Чтобы не пропадал, к нему сделаем рыбу. Ой, что это? Я еще в процессе готовки решила добавить немножко соевого соуса. Мне показалось, что будет неплохо. И, в принципе, первая порция почти доготовлена. У нас тут есть еще немножечко рыбки в пакетике. Класс. Да, вот так. Рыба уже доготавливается. Одна порция папина уже сделана. Получилось вот что-то такое. Класс. 3 рыбки и там еще 5 или 6 кусочков. Приготовила все так, как пропадет. Ну, ранний ужин или поздний обед у нас вот происходит вот здесь вот. Вообще не ранний ужин, уже 5. Ну, 5, ну, это не важно. Обед. Да. Такой у нас вид. 3D-TV. Красота. Вон лодочка идет, видишь? Местный. Доу? Ну, это не доу. Это доу. Это не доу. Доу. У нее такое же парусное вооружение. Ну, это просто большая. Ну да, большой дом. Как ты сегодня ракушки пособирала? Хорошо. Не жарко было?
жарко чуть-чуть, но терпимо. А ты в обед этим занималась? Ну да, вот лип 12 часов. И вот после того, как мы поели эту прекрасную рыбу, приехал наш друг Иса и сказал, что на суахили это значит самакия кукаранга. Что это значит? Жареная рыба. А что из них? Самакия рыба, кукаранга жареная. И такой все. Вот милый язык. Теперь мы, теперь у нас есть другие развлечения. Что ты делать собираешься? Я иду в спортзал, а папа с Диной идут в бар, то есть каждому свое. Local entertainment. Все, давай садись, запускайся, потому что тебе потом на нем дальше ехать. Ой, там встреча. Ты потом в зал? Да. А у нас сейчас закат. Бар на закате. Освещает лунный свет, закатный свет на лицо. А мы идем в бар. У нас свой опасный спорт. Hi, Maurice. Hi, how you doing? Cool, man. И вот мы сейчас с друзьями будем пьянствовать. И вот, как обычно, мы в Бот-Ярде. И это будет развлечение у нас на ближайших пару часов. Так, Диана улетела в зал. Очень большой, тут всего две комнаты, одна комната с гантелями и вот, собственно, с тремя тренажерами. Потом зал для кардиотренировок, беговые дорожки. Если выйти во дворик, тут велотренажеры стоят. Не знаю, видно или нет, уже, в принципе, темновато. И во второй половине дворика тоже несколько тренажеров. То есть вот так вот выглядит зал.